Сейчас обнаружила, сколько тут велосипедистов, это специальная дорожка. Обнаружила, пароход подходит. Давайте посмотрим пароход. Пароходик красивый. Корабли приходят в порт. Вот подходит пароход Таллинг. Хочу на пароходике поехать в Финляндию и Швецию. Но я обожаю Финляндию. Все. Сейчас пришвартуется. Чуть-чуть поздноватая. Тут заходит пароходик. О, автобус там. Пойду-ка я на автобус. Сейчас невозможно уже больше ходить. Все, заходит паром. Это паром. Он там пришвартуется, из него столько машинок. Столько машинок. Столько грузов. Выйдет. Вот он пришвартовался почти. Заходит туда внутрь. Там и Таллин в порту. Таллин порт. Когда он уже пришвартуется? Сейчас посмотрим, как он далеко зайдет. Тот автобус куда идет, интересно, сейчас я его буду. Еще движется. Вон сзади там стойка световая, что ли? Впереди, да, впереди. А, сзади, нет, впереди. И он относительно ее движется. Сейчас человек пройдет. И вот сейчас вот на этот автобус, наверное, пойду, потому что я уже больше не могу. Я столько, весь променад прошла. Такой, да, кораблик, все. Ладно, пошла я тогда на автобус. Пароходик, да, увидели мы с вами. Хоть Таллинг. Ну вот он и зашел. Еще заходит, ничего себе еще. Заходит, еще движется, я вижу. Ну все, он уже слился с этими строениями. Рыбку ловят, кстати. Что они тут ловят, интересно? Набережка. Этот пароходик только что еще движется, пароход-то заходит еще внутрь. Ой, куда же идет этот автобус? Я так хочу уже сесть и поехать. И рыбку еще посмотрим, как ловят. И я прыгаю в автобус. Лагриавик. Не знаю, куда он идет. Может, он вообще никуда не идет. Рыбку ловил. Че рыбка-то? Не знаю, че рыбка. Ладно, пока.